Ребята, всем привет! Меня зовут Дима. Я давно учусь в школе у Димура. Ровно год назад я еще был в вашем положении. Сидел на вебинаре, слушал Тимура, его вдохновляющие речи. В то время я еще работал на заводе начальником маркетинга и сбыта. И занимался сбытом кормов для домашних животных. Вроде бы неплохая работа, но она мне совершенно тогда не нравилась, не устраивала, не нравился коллектив, с кем я работал, не нравилась зарплата. Да ничего, в общем, не нравилось. Я очень хотел уйти в IT. Я обожаю компьютерные игры и очень хотел связать с ними свою жизнь. Вот. И я решил, Тимур меня убедил, я решил войти в этот портал волшебный. И сделал это. И через 3 месяца у меня уже было несколько работ в портфеле, и я нашел свой первый заказ на фрилансе. И ушел с завода. И с тех пор я работаю дома. И счастлив абсолютно. Работы много, хватает, всю не переделаешь. Поэтому, кто боится, что у него на фрилансе не будет работы, зря, зря. Надо просто учиться и работать. И все у вас получится обязательно. Будут и заказы, будут и все вытекающие отсюда. Так что смелее, вливайтесь. То есть, если сомневаетесь или вам страшно, не волнуйтесь, в школе вас поддержат. Поддержка в школе у Тимура находится на таком уровне, который, я думаю, вы в России больше ни у кого не встретите. Поддержит и морально, и по технической части, какой угодно. Никакой вопрос ваш без ответа никогда не останется. Вот. Так что, как видите, еще вчера заводской парень, а сегодня художник. И у вас тоже получится обязательно. Я вас верю. Давайте. Места хватит на всех. Приходите. Пока.